Это вам. Спасибо. Как дела? Зачем им отдают столько вещей? Они все потеряли. У них нет больше дома. Она тебя снимает! А ну быстро удали! Это просто дети. Не судите их строго. Поймите, они... Простите, что так вышло. Хотя я не удивлен. В пабе они и не такое говорят. Это место превратили в сточную канаву. Мы прожили здесь всю жизнь. А теперь приходится делить деревню непонятно с кем. Спасибо, что были к нам так добры. Я очень благодарна. Меня, кстати, Яра зовут. А вас? Томми Джо Балантайн. Можно спросить? Вы в порядке? В детстве я мечтала стать фотографом и путешествовать по миру. Если у вас есть время, приглашаю вас в паб. Хочу показать вам старые снимки. Их привычная жизнь просто исчезла. Еда объединяет людей. Мама любила так говорить. Многим местным тоже нелегко. Ничего не работает. Даже школу закрыли. Чем накормить свою семью? Все становится только хуже. А что, если разные семьи будут собираться и обедать вместе? Как там говорят? Еда объединяет. Пошел, да, вали! Вали к черту! Вали отсюда! Этот паб, старый дуб, здесь вокруг него крутится жизнь. Устроил тут сраный лагерь беженцев. Попридержи язык! Заставь! Да пошел ты, руки крутите! Это не благотворительность, а взаимовыручка. Мы должны помогать друг другу. Нужно быть сильным, чтобы начать все сначала. Построить что-то новое и прекрасное. Паб «Старый дуб». Шукран. Знаете, что это значит? Спасибо. Шукран. Шукран.